Вау, посмотрите, что это? Папоротник, не папоротник, очень нежное, тонкое растение. Очень оригинальное. Красота. Очень. И рядом итальянский ресторан. Но это не папоротник. Так, и вот какой-то куст тоже такой. Но на самом деле он темно-бордовый, фиолетовый даже. А сейчас на камере он какой-то выцветший. Вы только послушайте звук этих птиц. Да, красивая улочка. Смотрите, кустик тоже. А, это сирень, ну какая-то такая мелкая-мелкая сирень. Мелкий-мелкий, такой декоративный. В Японии такие маленькие есть цветы. Веварме бакер. Так, это похоже пешеходный переход. Потому что другого перехода я не видела. Может, кто знает, напишите. Переход это или нет? Интересно, как. О, посмотрите, какой декор, курочка. А это деревце. Алиса, наверное, это какая-то гамбургерная коровная. А тут с курочками что-то связано, там с коровами. А тут с курочкой. Так, почти все первые этажи это магазины, а на вторых этажах живут люди. Какой-то такой район. О, электротехники. Магазинчик электротехники. А ну-ка, что тут продают? Чашки. Футбольные мячи. Вот это электротехника. Вот машины стиральные я вижу. Какие-то швабры, пылесосы. Ну, что ли, машинки? Непонятно. Ну, они не похожи на новые. Жалюзи, холодильники. Магазин. Магазин электротехники. Миксеры, пылесосы, телефоны. Так, опять этот переходная дорожка. И вот такие машины. И вот улочка сюда. Покажу этот магазин сбоку. Ой, на каждом углу красота. На каждом углу красота. Вау, какой цветочек белый. Интересно, что это за цветок? Очень крупные белые цветы. Красивые. Что интересно, вот какие-то круги есть по центру дороги. Я думаю, что это, скорее всего, что можно поворачивать. На этом кругу, наверное, можно развернуть машину. Ой. Вот, красивый какой цвет домика. Так, а вот еще один разворот. Как-то даже близко к тому. Какие-то белые мешки или что это стоит. Не знаю. Это что, петух? Давай поближе подойдем. Не знаю, какое-то интересное.
еще птиц. Так, какой-то навесик, там что-то детское, наверное, да, или смотри, наверное, детки там живут. Вот такая вот наша сегодня прогулочка. Завтра еще пойдем прогуляемся. Алиса замерзла, одела мою курточку. Все, всем пока-пока. Так, а вот что это мы увидели? Ленточки повесили на деревья. Не надо. Красиво.